Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 урок, Unit 10, глагол to be. Опять глагол to be. Прошедшее время, правда. В прошедшем времени, как и в русском языке, глагол to be употребляется, используется, да? И в русском языке он используется, мы говорим был, были, да? И в английском языке также. Was и were. Was – это был, were – были. Смотрим. Now Robert is at work. Сейчас Роберт находится на работе. At midnight last night, в полночь прошлой ночью, he wasn't at work. Он не был на работе. He was in bed. Он был в кровати. He was asleep. Он был спящим. Смотрим глагол to be в настоящем времени, в present, да, am, is. А в прошедшем времени будет was, да. I'm tired. Я являюсь уставшим сейчас. I was tired last night. Я был уставшим прошлой ночью. Where is Kate? Где находится Кейт? Имеется в виду сейчас. Now. Where was Kate yesterday? Где была Кейт вчера? Да? The weather is good today. Погода является хорошей сегодня. The weather was good last week. Погода была хорошей на прошлой неделе. И у нас are, да, present в настоящем, будет were в прошедшем времени. То есть, you are late, ты являешься опоздавшим сейчас, то есть now. You were late yesterday, ты был опоздавшим вчера. They aren't here, они находятся не здесь, да, в данный момент. They weren't here last Sunday, они не были здесь в прошлое воскресенье. И смотрим конструкции. Так же, как и в настоящем времени, глагол to be сам по себе вопрос задает. Ему не требуется никакой вспомогательный глагол. Глагол to be у нас специальный глагол. Специальный. Соответственно, I was – я был, he was – он был, she was – она была, it was – оно было, we were – мы были, you were – ты или вы были, ты был, вы были, да, you were, they were – они были. I was not – отрицание, да, частица not добавляется I was not, he was not. Сокращенно, в разговорной речи все сокращают обычно и говорят I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. То есть я не был, он не был, она не была, оно не было. We weren't, мы не были. You weren't, ты не был. То есть were not будет weren't, сокращенно, да. They weren't, они не были. В вопросе, как и в настоящем времени, глагол to be ставится перед подлежащим. То есть was I, был я? Was he, был он, was she, была она, was it, было оно, were we, были мы, were you, был ты, were they, были они. Примеры еще, смотрите. Last year Rachel was 22, so she's 23 now. В прошлом году Рэйчел было 22, таким образом ей 23 сейчас. When I was a child, I was scared of dogs. То есть, когда я был ребенком, я был в страхе от собак. Был в ужасе от собак. Ну, боялся собак, да? We were hungry after the journey, but we weren't tired. Мы были голодными после поездки, но мы не были уставшими. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Отель был комфортным, но он не был дорогим. Was the weather nice when you were on holiday? Была погода приятной, когда ты был в отпуске? Ну, или вы, да? Your shoes are nice. Твои туфли приятные, милые. Were they expensive? Были они дорогими? Why were you late this morning? Почему был ты опоздавшим этим утром? Ну и short answers, короткие ответы, как и в принципе в настоящее время глагол to be используется также, да, чтобы нам упростить жизнь. Yes, I was, да, я был. Yes, he was, да, он был. Yes, she was, да, она была. Yes, it was, да, оно было. Yes, we were, да, мы были. Yes, you were, да, ты был или вы были. Yes, they were, да, они были. Ответ no, I wasn't, отрицательный, нет, я не был. No, he wasn't, нет, он не был. No, she wasn't, нет, не она не была. No, it wasn't, не, оно не было. No, we weren't, нет, мы не были. No, you weren't, нет, ты не был или вы не были. No, they weren't, нет, они не были.
Примеры. Were you late? Был ты опоздавшим? No, I wasn't. Не, не был. Was Tom at work yesterday? Был Том на работе вчера? Yes, he was. Да, он был. Were Sue and Steve at the party? Были Sue и Steve на вечеринке? No, they weren't. Не, они не были. В принципе, глагол to be для нас, русскоязычных, понимается, конечно, легче, да, в прошедшем времени, потому что у нас он в русском языке тоже есть, мы его используем. Если в настоящем времени мы его не используем, и ученики начинают не понимать, а вот здесь все понятно. Ну, примеры, да, упражнения, exercises, какие нужно будет сделать. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? Где были эти люди в 3 часа вчера после обеда? Вот у нас парень, он что делает? Joe was in bed, он был в кровати. Ну и так далее, да, то есть подставляете. 10.2. Write am, is, are. То есть здесь надо написать либо настоящее время, or was, were, или прошедшее время. Past. Last year she was 22, so she's 23 now. В прошлом году ей было 22, таким образом ей 23 сейчас. Логично. И здесь нужно будет подставить либо настоящее время, то есть три формы настоящего времени у глагола to be, либо прошедшее время, всего две формы, was и were. Дальше у нас 10.3, третье упражнение, write was, were, or wasn't, weren't. Да, то есть либо это утвердительные предложения, либо отрицательные. Ну, пример первый у вас уже есть. We weren't happy with the hotel. Our room was very small and it wasn't clean. То есть мы не были счастливыми с отелем, довольно, в общем, да. Our room, наша комната была очень маленькой и она не была чистой. Ну и подставляете дальше здесь. Здесь только вот должно быть прошедшее время, глагол to be, то есть две формы. Только либо утверждение, либо отрицание. И 10.4, четвертое упражнение, последнее. Write questions from these words. Напишите вопросы из этих слов. Plus, was, were. То есть плюс глагол to be. Был, были. Put the words in the right order. Поставьте слова в правильном порядке. Что здесь у нас? То есть уже здесь есть, да, ответы. Why were you late this morning? Почему ты был опоздавшим этим утром? Почему был ты опоздавшим этим утром? The traffic was bad. Да, в общем, движение было плохим. Да. Так, тогда на сегодня все. Наш урок закончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.